Следствие заинтересовалось контрактом на ремонт дороги в железнодорожном районе. Ее приводили в порядок в 2019 году. После проверки бюджет недосчитался 6,5 миллионов рублей. Несоответствие данных по акту по ремонту автомобильной дороги улица Гвардейская выявила в ходе проверки контрольно-счетная палата города Улан-Удэ. Проверка была проведена 22 декабря прошлого года, и после нами было принято решение направить эту информацию в полицию. Материалы направили в Следственный комитет. Против бывшего директора Улан-Удэ-стройзаказчика Анатолия Урбанова возбудили уголовное дело о халатности. Директором Улан-Удэ-стройзаказчика заключен муниципальный контракт с коммерческой организацией на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги, в том числе по установке на ней пешеходного ограждения из более 850 секций. Спустя 7 месяцев заказчиком приняты выполненные работы, и на основании подписанных директором документов произведен расчет с подрядчиком в полном объеме. Но при подсчете из 848 секций ограждений насчитали только 132. В Улан-Удэ-стройзаказчик и на квартире Анатолия Урбанова прошли обыски. Сам Анатолий Урбанов уже сменил место работы и теперь руководит правительственным учреждением – управлением капитального строительства. Как вот эта проверка проходила, тут, к сожалению, я пояснить не могу. Да, может, какие-то документы там не представили, еще что-то. Поэтому, да, действительно, поэтому я представил свою квартиру для того, чтобы для осмотра свой телефон, ноутбук, для того, чтобы проверили, что там действительно, какая у меня там возможная, я насколько понял, переписка там с подрядной организацией, еще что-то в этом роде. Я сам заинтересован в том, чтобы следствие действительно само разобралось. Как такового ущерба нет. По некоторым данным, сама подрядная организация вернула необоснованно полученные деньги, но уже после возбуждения уголовного дела. Если следствие найдет подтверждение вины Анатолия Урбанова, бывшему директору муниципального учреждения грозит уголовный штраф до 120 тысяч рублей или исправительные работы. Артемий Шаков, Виктор Горноской, телекомпания «Аригус».